сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции умвд россии по камчатскому краю задержали шесть местных жителей они подозреваются в организации азартных игр предварительно установлено что злоумышленницы в нежилых помещениях на территории краевого центра разместили игорное оборудование клубы работали в закрытом режиме пропускали по предварительной записи в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Изъято 67 единиц игрового оборудования, денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Фигуранткам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.